Hitman 2-2, over. Ай-яй-яй-яй. Ира-та-та-хан. Кем он помощник? Вот он. Помощник тут? Мы едем на этой брычке? Не, пешком. Там ее сколько от меня, где бежать, тут километр. Не могу взять сюда, чтобы переложить эти... Сонт про РКВ. Слышно. Значит так, кто готов, набрал снаряжение, выходите, значит, по дороге на север и на запад, до конца фристайпа, без зоны, херни. Лицо выбрать не лучше. У нас медик есть, зачем нам медицина? Все равно попадешь. Если я сдохну. Нормально, хватит. На карте второй фар Тим покрасится синий. С дороги уйдите. С дороги. Я помню, как-то мы раз на второй армии по вот этой проселке ебанули в город Бахат. Засели там, короче, и сидели, блядь, на УАЗике. Тут УАЗики по поселкам летали как черти, блядь. Там такая веселуха была, пиздец. Байки травит из склепа, бля. Короче, сейчас повторю задачу для тех, кто не был в канале у нас на брифинге. Наша задача — занять две стороны от русла и удерживать позиции. Стараемся сидеть как можно незаметнее. В основном будут смотреть только те, у кого есть бинокли. И, например, то есть я буду смотреть Санта, Шонан и снайпер, и еще кто-нибудь. Значит, там Шонан у себя. Там, командир, тут снайпер, мне чуть повыше подняться и южную сторону смотреть, да? Ты идешь на свою метку и будешь смотреть от своей метки юго-запад. Я тебе метку поставил СВД. Принял. Короче, видим врага, докладываем, выкатываем пулемет на свой. И... по возможности РПГ осколками их бьет. Потом будем уже так дальше добивать. СНГ Санта, это который Бэт Санта или нет? Да. Да. Спасибо за помощь, что мне помог настроить арм. Да не за что. Сейчас оружие на плечо, после фристайма идем по проселке. Гранаты как кидать? Ctrl-G или что?
Alt F4. Ctrl G менять. Еще поезд отпадает, а куда побежали? Азимут 300, бегим все вместе. Здесь снайпер, вот высота, дальше от нас 340. Идешь туда, закрепляешься там в камушках. Да, Сандрик. Да, видно. Осталось, что он выглядит. Харлей, дай бинокль. Где ты? Я вот около камня большого где-то. На позиции, Шанон? Какие азимуты смотрим? На позиции, но... Ну, закрепитесь, парни, в общем, те, кто Шанонам, раз он вылетел. Смотрите запад, юго-запад и русло просматривайте. Вас там много, поэтому вы должны все взять. Санта, короче, смотри. Ты же видишь свою метку. Вот это поле перед тобой. Они тут могут побежать. И вот чуть левее поле. Но чуть левее, неудобно обзор, там кусты. Ну я буду контролить эти два этих. Твой приоритет часть. Пока что вот это поле. Другое мы поддержим. Окей, окей. Сюда не видно русло. Ты должен не русло. Спуститесь чуть к кустам. Кто должен смотреть русло? Там у русла есть кусты охрененные. Можно в них засесть и все будет прекрасно видно. Запад, так, это Санта, у них беттер или что-то такое. Есть, вижу, двигается направление 270, азимут, запад. Да, есть. У них из города спускается там в русло, блядь. Готовлю. Еще раз можешь сказать азимут? 270. Метка стоит в группе. Ты в доп поставил? Да, да, в доп. Все хорошо. Сейчас надо выложить. Командир говорит, снайпер на позиции. Метку на себя сейчас поставил. Принял тебя, наблюдай азимуты, которые я тебе говорил. Повтори, пожалуйста, еще раз. На юго-запад и запад от себя наблюдаешь. Тебе должно быть хорошо видно подходы к нам. Помощник-пулеметчик, ты где там? У тебя ленты есть?
Поп, внимание, высматривай там. Бэттер. Он спустился в русло там, которое около города. Я не знаю, где оно, тут как тут вот, по-моему, как-то правильно у меня метка стоит. Возможности каждый на себя метки воткните. Почему 2-2? Харлей, я на тебя вернулся. Хорошо. Харлей. Чего еще раз? Да почему 2-2 ты пишешь? Ну вроде 2-1. А, блядь. За бэттер, по-моему, катается. Да, блядь. Наша? Это БМПшка едет, короче, к М-ке, чтобы эту пехоту отрабатывать. Короче, огонь свободный, пацаны, но... Прежде чем стрелять, скажите, где, чтобы каждый знал, куда вы стреляете. Не надо, чтобы каждый туда смотрел, просто знание. Видите талибов и ебашьте смело. Форму, я думаю, различить каждый сможет. Так, в общем, видел только что талибасов на западе от нас, примерно расстояние метров 800. И сейчас метка на талибасов стоит. Вот, да. Вроде там. Не уверен. Снайпер, смотри там аккуратнее, чтобы тебя РПГ не задело. А, талибы двигаются на метку Шонана от 290, ходят по низу под камнями. Шонан, смотри, значит, наводи на них свой РПГ, как его не выйдут на ударную позицию, бейте по ним. Талибасы, талибасы. Папуасы, папуасы. Талибаны, бандинки, бегу. Сейчас отмечу. Когда они войдут в зону поражения, открывайте по ним огонь.
ГПшками, не ГПшками, всем чем можно. РПГшник закрепился на метке Спок Северный. В камнях. Смотрит на нашу Внимание. Снайпер на связи? На связи. А на горе ты остался один, смотри внимательно. Принял. Вижу БТР. Западней метки с пол. А, ну на него уже метка стоит. А, нет, с БТРК походу ебашит в тубору. А там уже никого, блин. Проспали. РПГшник с той горы, РПГ смотрит на нашу технику. Цели. По нам стреляют. Да, миномет стреляет, короче, в горе. Смотри, по горе, у меня пуль, по-моему, свистят. Осколки от миномета, успокойся. Так, так далеко? Да. Успокойся. А ну спорт, наблюдай разрыв АГП. БМП на западе на горе наши двигается. Вася, ближе. Не вижу. RPG-шника бы подавить на метке RPG. Харлей живой? Да, живой. Давай сидим, ребят, спускаем поближе. Смотри, Санта, куда я тебе говорил, вон ту равнину. Вот они там, блядь, пойдут и чуть-чуть левее. То есть чуть-чуть левее нее есть ямка, в которую они пойдут. Но все равно они будут вылазить. Либо к нам, либо к второму поверхнему. С нашей позиции мы сможем их отработать твоим пулеметом. Хорошо, капитан. Не-не-не, там противник, да. На северо-западе талибанов много. Ребята, повторяю, куда они двигаются? Смотрят на горе, двигаются на юг. Вот они прям на горе. А только которая метка стоит. А, метка в точке видно. Нет, метки не стоят, сейчас поставлю. Не метки, а виднее. Метка Спок самая-самая северная, они над городом на горе. Отделение. Спускаются на восток. Смотри, снайпер, тебя азимут северо-запад, внимательно туда наблюдаешь. Идут, ровно по метке. С юга-запада БТР или БМП, блядь, не разбираюсь в этой технике наша. Уже в город въехала. Да-да. Они спускаются к городу. Санта, около нас уже. Отметки Бортес на 300. Талибы так, вижу в лесу. БМП у тебя принял. Кто-то убит, на крыше валяется. Фунтик на тебя. Командир, вижу талиба. Тебя на крыше. На 300 спускается один. Талибов кто видит? Знаю. Смотри, снайпер на тебя на северо-западе, блядь, они на тебя побегут, там через всё город. Отделение минимум. Выпусти их из города и расстреливай в поле. Нет прикрытия, вы там сейчас нарвёте. Блядь, тут 113-ых поставить.
полк на метке ПТР, у МСВ уже пехота. Почти ко мне, почти ко мне. К нам с запада по камням идет пехота, повторяю. Готовьтесь их принимать. РПГ наведите, блядь. Пускай РПГ осколочным по ним дадут. РПГшник, ты только что был около спока с М, около М2. К М2 подбегай бегом. М-ка должна видеть их на западе. РПГ за спину и за мной бегом. Стабер живой? Блять. Плохая идея. У нас стабер живой. Вы пришли, давай. Блять, он тут ближе. Там, где метку поставили. РПГшник, не иди там. Оба, талибаны, талибаны от Санты, от метки Санты, блять, 300. Братан, отходи. Можешь работать. МК пусть отъедет назад, блядь, она сейчас на талибов выйдет. Пусть лучше этот промежуток она отстреливает. Тут поле большое. Чуваки на горе, внимание, к вам на гору уже поднимаются. У меня сгорел талиб, одного убил. Снайпер, к тебе уже поднимаются. Метка стоит. А вон талибан, М2 не видишь, что ли? Азимут скажет, какой. Азимут 270, 270 тупо запад. В поле, блядь, лежит в камнях. Скажите, на западе пехота, блядь. От МКИ. Я уже сказал. Принято. Спок, гранатометчик, аккуратнее там. Гранатометчик, держись сзади, потому что тут... Вон, талибаны, около самолета, слева от самолета бегут талибаны. Да хватит лудить, успокойся, ты чё какой? Видишь врага, бей его, тебе же сказали. По эмке это... Пустотвари, блядь. Подходи по одному, я готов. Спок, Ваня, живо. Не знаю, как спок. Харлей жив? Да, живой, парни. Нужно потихонечку отходить на восток, кто может. Давайте перебежками друг друга, перекрывая, отходим на восток. Фаертим, браво, синий, отходим на восток, по кустам. СВДшника нету, сейчас отойдем, сделаем сдвиг. Информации по местонахождению сейчас минимум, просто отходим. Талибы в русле! Перезаряжаюсь, подавите русло, блядь. Азимут 200 в запад. Я прикрываю сюда. Перезарядился, поднимаюсь, готов, отходите. Все, они готовы, отходим, Санта. Отходим, все, я прикрываю, отходите, готов. Я за холм. Там, где дым, там враг. Пулеметчика прикройте, буду отходить. Отходи, прикрой ХП. Дымы кидай.
отошел, нормуль. Так, Карлер, в синий уходим на восток. Сейчас отходим, отходим на восток, подальше. Блять, на нас смотрит. Убил. Убил, 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 отходим, убил. Блядь, отходим быстрее, блядь. Давайте до кустов, кусты, прячемся, делаем сдвиг, а то, блядь, нас слушают, я думаю. Так, прячемся, делаем сдвиг. Так, Харлей 50, ебаный в рот. 147. Санта на сдвиге. Слышно? Шо на сдвиге? Блять, под обстрелом. Синий, отошел. Слышно. Ваня, отошел. РПшник, отошел. Так, отходим в сторону триггера, аккуратненько как-нибудь продвигаемся по кустам, как и шли сюда. Это РПГшники, я им напоследок сажу. Как слышно? Слышно. А закрепиться в кустах и дать бой, не? Харлей живой? Давай, знаешь куда? В триггер отходить не будем. Чуть-чуть восточнее есть еще одна зеленочка, там закрепимся. И по этим кустам. Сейчас метки расставлю. Потому что мы там, блядь, ну отойдем, а толку? А в этих кустах можно дать бой. Мои две красные метки, вот закрепляемся в этих районах, блядь. И держим. Синие, пошли назад. Распределяйтесь уже в рандома, потому что красный у нас тут кто где, блядь. Бортес, лента есть? Так, вижу талибов на горе Азимут 100, где был у нас СВД. Ох, по нему ебанули. Бля, прям по мне кто-то стреляет. Валим русло и наши предыдущие позиции. Назад идем. Наши в кустах где-то около русла сидит кто-то? Ебаш. В русле талибы. ГП в русло, блядь.
метки, которая стоит на кустах. Смотрите внимательно, кто в кустах. Сейчас поднимутся к вам. Примерно сейчас в районе второго фаертима, где сидел второй фаертим. Принял. Бегут прям толпой. Ебашьте их, пацаны. Дальше ГП, дальше. Ебать, мы своим ГП. Ух, кашу их тут одним за одним. Баху выбили. Харлей живой. Есть кто живой? Санта. Бартес. Бартес, здесь в кустах много. Да я уже почти к триггеру отошел.
Ну? Все, что ли? Больше талибов нету? В натуре агафон. Барта жив? Бетер нет. Бартес.
Все подохли. Готов. Готов, БТРик. Веду триггер. Иду сюда, здесь уже нет никого. Кто же вы есть? А кто спрашивает? Iron Bang. Iron кто? Bang. Давай делаем сдвиг ВКВ. Как слышно? Да, слышу. Я тут в поле раненый. Подползаю к нашим баррикадам. Давай, давай, ближе к триггеру. Тут уже и талибы через меня проходили. Блин. Фу, блядь.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть.